Привет всем, дорогие друзья! Дорога Керчь-Багерово-Чистополье. Ехал по своим делам, и вот вдалеке видно, закрыли существующую дорогу, посмотрите знак, и открыли объездную петлю. Не ожидал я, если честно, что так быстро все сделают. Только вчера еще мы с вами здесь были, видели, как делали второй слой асфальта. Вот, посмотрите, прямо пошла дорога, существующая, но уже она не существует. И вот дорога новая, посмотрите. Разметку нанесли, сплошная линия, обгон запрещен. Ну, конечно, работы еще здесь дофига. Потому что, смотрите, обочины не обустроены. Едем потихонечку. Но это говорит о том, что все-таки ускорились делать подходы. Скорее всего, где-то на совещании поставили срок. Ну и, как обычно у нас, ну, дорожка, скажу вам, шикарная. Я еду не быстро, чтобы вы успели все рассмотреть. И поэтому, видимо, сейчас начнут уже делать пересып дороги Керчь-Багерово. И вот он, этот путепровод, первый путепровод, под которым можно уже проехать из нескольких. Ну, посмотрите, здесь еще работы. Вот они, самосвалы гоняют вовсю. Здесь еще ограждение. Вот он, сам путепровод. Ну, везде сплошная полоса, обгон здесь запрещен. Я бы и поехал еще медленнее, но сзади машины сейчас будут сигналить мне. А я хочу вам, чтобы вы все рассмотрели. Ну, по времени, я думаю, не намного больше займет это все дело. Посмотрите. Щебеночкой отсыпали здесь обочина, но не до конца. Вот единственное место появилось, где можно уже производить обгон. Значит, мы здесь немножко поедем помедленнее. Ну а так, асфальтик в два слоя. Да, быстро все это дело сделали. Вот видите, меня уже обгоняют. Вот еду 55 километров в час и не чувствуется. Ну, одно преимущество. Там дорога убитая была, а здесь вот хорошая. С правой стороны у нас идет железнодорожная насыпь. Это с моста она идет в сторону Багерова. Ну и посмотрите. Вот если посмотреть с левой стороны, с правой стороны, там уже вот машины скоро, может быть, начнут пересыпать. Я на обратном пути я обязательно туда пройду, посмотрю. Как обошлись со столбом, дорогие друзья? Вот он, столб стоит, линии электропередач. Должна дорога пойти туда, но пока запустили по временной схеме, потому что очень долгая история с переносом. Пока согласуют сети, пока назначат дату отключения, но это долго. Вот существующая дорога, а должна она была пойти чуть левее, вот здесь вот. Ну и вот мы выехали на дорожку, на старую дорогу Керчь-Багерово. Вот так. Это говорит о том, что, я уже повторю, что действительно начали ускоряться по подходам. Ждать больше некогда, поэтому сырую еще дорогу с многими недоделками открыли, чтобы пересыпать существующую дорогу Керчь-Багерово. С чем я вас и поздравляю. Дорогие друзья, выехал с поселка Багерово. Вот он, знак стоит. И давайте посмотрим на петлю, на путепровод, который будет единственным в этом конгломерате, когда железку сделают, закроют последний переезд с севера на юг поселка Багерово. И вот она, эта петля. Интересно, открыли ее или нет, хочу посмотреть. Нет, закрыта она. Ну вот теперь мы с вами развернемся и поедем обратно. Вот она закрыта.
После того, как я здесь проехал, видите, ФБС железобетонные блоки поставили, чтобы не шастали тут все, кому не лень. Возвращаюсь обратно. Возвращаюсь обратно с Багирова в сторону Керчи. Вот это объездная петля. Проезжая туда, забыл замерить расстояние. И сейчас я это сделаю. Вот давайте посмотрим. Здесь тоже, видите, перекрыли все красиво. Но опять же по временной схеме. Обнуляю спидометр. И посмотрим дорогу еще раз под музыку. Выехал я с новой дороги, с новой объездной петли. 2 километра 700 метров, 2,7 километра новая дорога. И еще посмотрел я, дошел до пересечения старой дороги с железной дорогой, с насыпью. Пока работ там никаких не ведется. Вот такое у нас сегодня очень значимое и важное событие произошло. На этом все. До свидания, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Комментировать не забывайте. И до новых встреч в новых роликах.